Друзья, привет! Посмотрим сегодня видео от Super M. Трек называется Jopping. Так, первый раз, да, по-моему, буду слушать я эту группу. У нас был... Кто там был у нас? Если честно, не помню. Забыл, кто у нас. Опа, смотрите. Тут участники из разных групп. Тэмин, Бэкхён и Кай из Экса. Ну ладно, давайте, в общем, трек послушаем, а там уже посмотрим. Здесь, кстати, по-моему... Перевод есть. По-моему, был, да, если... Да, здесь перевод есть. Сейчас корявенький, как обычно, но тем не менее. Лучше так, чем никак. Давайте. Опа, Колизей. Круто. Вау, это какие-то игры, что ли, будут? Наподобие вот фильм был, как он называется? Трон. Там на другой планете, по-моему, игры какие-то были там, короче. И типа гладиаторские бои. А, стойте. Дайте-ка я погром... Вообще тихо. Девятнадцатый год. Слушайте, это реально фильм «Трон»? Наподобие что-то. Кто не смотрел, посмотрите, поймете, о чем я говорю. You know how we get down, dropping, how we get down, chopping, how we get down. Cause when we jump in and pop in, we chop it. Step with the flow. Where the competition ready, taking one side in. All black and 747 with the flyers. Step in this lifestyle, you should try it. So shit your kid, make it last from the back. А может, это какой-то саундтрек к фильму? Просто я не помню этот трек. Нет. Warner, так, чан. Нет, не саундтрек, окей. Ну просто, блин, вот напоминает фильм, серьезно. Прыгай, там вот тоже вот очень это... Бит классный. Ну вот из-за этих полос неоновых и создается такое ощущение, что это, блин, ассоциации с этим фильмом. Сейчас я вам покажу, кто не смотрел. Просто пару кадров из фильма. Блин, да это не то, ё-моё. Трон, как там, наследие, то ли как он, вот наследие, точно. Вот видите, да, неоновое, все такое, вот оно. Там игры у них всякие происходили, они вот на мотоциклах там гоняли тоже. Ну вот, фильм такое, киберпанк, что ли, знаете, про будущее что-то, вот, галактики всякие. Вот, посмотрите, кто не смотрел. Ну, так-то фильм интересный, я вот даже не любитель фантастики, но зашел в фильм. Вот видите, арена. Блин, бит шикарный. Opinionated, but I'm
baby, straight facts. Don't back, I'ma throw this on the main track. Me drop, I got my side to see. Anxiety, go and drop the beat. We gotta jump in the party, don't stop. 진짜로 기자부터 시작이니까. 이곳이 파티인데 바비 어딜 가. We'll keep it jumping and popping here all night. Jump to the front if you want it. Hands up to the riddle. Я не на все 100% помню, как даже Тэмин выглядит, но вот это он был? Вот это? Или нет? Слушайте, ну это еще одна группа, которая, блин, поразила меня. Это еще одна группа, которую мы слушаем первый раз, да? Ну, вы слушаете со мной, имеется в виду. То есть вы-то, может быть, уже слушали ее. Комментариев я, кстати, много видел по поводу этой группы, да, послушайте ее. Но лично я слушаю первый раз. Я даже не знал, что здесь участники есть из других групп. То есть вообще... В Корее очень много таких групп, где участники и в одной, и в другой, и в третьей, и в пятой, и в десятой группе. Ну, прикольно. Хотя их на лицо я никого не знаю. Вот. Но, тем не менее, прикольно. Кадры, даже не кадры, а сама вот эта вот обстановка, да, вот этот вот Колизей, в котором арена, ну, в их случае это сцена, да, в которой они, грубо говоря, борются сами с собой, вот, со своими какими-то страхами, может быть, выглядит очень эпично. Выглядит классно. Действительно, над клипом постарались так, что, блин, этот клип, блин, получился годно. 86 миллионов просмотров, друзья. Конечно, говорить о том, что это много для групп таких масштабов, это, наверное, ничего не говорить, потому что, блин, может быть и больше просмотров гораздо, то есть это даже не показатель. Но, тем не менее, трек обалденный. То есть, ну, здесь явный хромакей, много где был явный. Вот опять же, где сцена, да, была, там еще кадры были. Наложение всяческих эффектов. Ну, это выглядит просто круто. Видно, что с этим клипом заморочились, что его делали, что это не просто так на скорую руку сделано. И, блин, это выглядит очень классно, друзья. Ладно, всем спасибо за просмотр, спасибо за данный трек. С вами, как всегда, был Лок. Всем пока.